В 20 раз меньше проверок. Областная санэпидемслужба в этом году резко сократит количество ревизий. Таково требование реформы системы, инициированной правительством. Особенности преобразования службы обсуждали на совещании в обладминистрации. Сокращение по всем статьям. В этом году запорожская служба обязана ужаться в 2 раза. Объявленное во всей стране реформирование предусматривает уменьшение количества отделений и сотрудников. Соответственно, будет меньше и проверок. Поэтому, чтобы не допустить массовых нарушений санитарных правил, областная власть призвала запорожских специалистов применять новые методы в своей работе. От 35 до 40 тысяч проверок в течение года. Такие задачи ставило нам государство в прежние годы. На 2013 год в плановом порядке мы будем смотреть 1350 объектов надзора. То есть количество проверок сокращено более чем в 20 раз. Мы должны компенсировать с вами это сокращение за счет телефонов горячая линия. То есть люди должны иметь возможность позвонить, и вы должны оперативно отреагировать. Принимается. Да. И в это Виктор Андреевич, Сергей Владимирович, должна включиться власть. Как позитивное нововведение реформы преподносится упрощение получения разрешительных документов от санэпидслужбы. Все бумаги оформляются только через областной разрешительный центр. Максимальный срок подготовки справок – 5 дней.